Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу о крышках для аквариума. Поверьте, люди при покупке аквариума, многие отказываются от крышки. Этого делать нельзя. Крышка – важный элемент аквариума. При покупке аквариума и крышки вы должны помнить, что крышка должна плотно одеваться на аквариум. Вот так. Есть два вида крышек. Крышки, которые оборудованы светом, и крышки, которые без них. Я вам рекомендую всегда выбирать крышки, которые оборудованы светом. Помните, что когда мы размещаем аквариум дома, он же должен занимать самое темное место или самый темный угол. Поэтому свет – это одна из важных частей для аквариума. Во-первых, помните, что световой день должен составлять у рыбок не менее 10-12 часов. И для того, чтобы не изобретать велосипед и не придумывать, каким устройством осветить данный аквариум, поэтому крышка должна быть оборудована светом. Также крышка должна иметь два отверстия. Одно отверстие для кормления рыб, а другое для обслуживания осветительного прибора. Многие люди в целях экономии отказываются от покупки крышки. Этого не стоит делать. Сейчас объясню почему. Первая задача крышки – это закрыть аквариум и не допустить лишнего испарения воды. Это первое. Второе – это освещение, которое дает крышка, то есть оборудовано световым прибором, то есть это освещение. И третье, я хочу сказать, вот по опыту могу сказать, что многие породы рыб просто выпрыгивают из бассейна водного, поэтому крышка просто избавит вас от этой, от потери рыб. Я думаю, что мои советы по выбору крышки вам пригодятся, поэтому вам всего доброго и успехов вам в вашем деле. До свидания!